Книга «Открытым оком». Тема «Ереси секты». Вопрос 440. Повторите все места еще раз, которые указывают точно на то, что Христос был именно на кресте распят, а не так, как еговисты утверждают и рисуют в своих брошюрках, что будто бы Спаситель был повешен на столбе, что руки у него были связаны, и за кисти рук его повесили. Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Еретиков много разных, и число им имя – легион, но иногда и не сразу можно увидеть, в чем их главное заблуждение, и как разоблачить их лживость и гибельность. Но с еговистами очень легко говорить, вытащить их во свет Слово Божие, закрыть их доводы гробовой крышкой. Демоны боятся распятия креста Христова, потому что он крестом, то есть смертью свою крестом, крестную разбил его на голову. Евреям 2 глава 14 стих. Как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Апостолы знали, что Христос был повешен на древе, но никто же не говорил, что это не крест. Деяния 5 глава 30 стих. 10 глава 39 стих. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. И мы свидетели всего, что сделал он в стране иудейской и в Иерусалиме, и что наконец его убили, повесив на древе. Галатам 3 глава 13 стих. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Матфея, 27 глава, 32-42 стихи. Они встретили одного кириньянина по имени Симона. Сего заставили нести крест. Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Марка 15 глава 30 стих. Спаси себя самого и сойди со креста. Иоанна 19 глава 17 стих. 19 глава 19 стих 25 и 31. И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте, написано было: Иисус Назарей, царь иудейский. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Крест – это перекрещенные между собой два отдельных ствола. И апостолы понимали о кресте именно как о кресте, хотя знали, что крест – это деревянное дерево-древо. 1 Коринфянам, 1 глава, 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божия». Галатам, 6 глава, 12 стих. «Желающих хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Ефесянам 2 глава 16 стих. «В одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Филиппийцам 3 глава 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Колоссянам 1 глава 20 стих. 2 глава 14 стих. «И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его, и земное, и небесное, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Евреям 12 глава 2 стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который, вместо принадлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамлением,
и воссел одесную престола Божия. Страх еговистов перед крестом сильнее всего обличает происхождение их враждебного духа по отношению самого креста Христова. А это уже сатанизм. В исключительной своей наглости еговисты отрицают Троицу, душу, ад, церковь, сделали полностью ложный свой перевод Библии, отрицая точность синодального перевода Священного Писания, казнили Христа римляне, сохранились изображения с первого века и даже кресты, которые распинали преступников и крестьян. И в катакомбах первого века найдены изображения крестов.